Владимир Путин поручил к 15 мая довести до всех медработников апрельские надбавки. Специальные выплаты положены медикам, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19. Глава государства предложил установить специальные надбавки врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, напрямую работающими с зараженными. В ковидном госпитале Центральной городской клинической больницы заявили, что положенные деньги медики получили в полном объеме согласно отработанному графику. То есть сколько мы по часам отработали, столько мы, в принципе, получили. Потому что все выплаты же рассчитывались на ставку. Но так как, например, кто-то из нас пришел в данный ковидный госпиталь с середины месяца, мы получили часть тех выплат, которые должны были получить согласно отработанному времени. Деньги за апрель врачи и медсестры ковидного госпиталя получили еще до 9 мая. Руководство заверяет, что майские надбавки для медицинского персонала также поступят в срок.